лучшие футбольные приколы. Начнем наш забавный фильм с ошибок вратарей тех людей, чьи ляпы в футболе обходятся дороже всего. Вот как ошибся знаменитый голкипер Йенс Леман. Он не справился с элементарным пасом назад. Неписанный футбольный закон гласит, каким бы ты ни был классным вратарем, рано или поздно ты допустишь ошибку и станешь посмешищем футбольного мира. И вот вам несколько ярких примеров. Глупость вратаря приводит к тому, что соперник легко забивает гол. Правда, тут обошлось и не без грубой ошибки защитника. Забавный случай произошел на чемпионате Англии. С ударом вратарь вроде бы справился, но не успел убрать собственный локоть, и мяч оказался в сетке. Обидный гол. Но это далеко не единственный случай. Этот голкипер, казалось бы, вообще намертво поймал мяч, но потом непонятно по какой причине сам упустил его за линию. На повторе видно, что винить кроме самого вратаря некого. А еще для стража ворот важно уметь удержаться на ногах. Скользкое поле может в любой момент сыграть злую шутку. Как, например, в этом эпизоде, который случился во Франции. И хотя ничто не предвещало угрозы, падение случилось совсем не вовремя. А вот уж совсем забавный случай. Обратите внимание, мяч летит мимо ворот, но вратарь сам переправляет его за линию. Если учесть, что парень наверняка хотел как лучше, получилось хуже не бывает. Вот еще один опрометчивый выход из ворот. Сразу видно, что приемами карате этот голкипер абсолютно не владеет. Ну а сопернику осталось оказаться в нужное время в нужном месте. Другой закон гласит, пока нет свистка, нельзя бросать игру. Вратарь Манчестер Юнайтед Фабиен Бартес об этом, похоже, не знал, и Пауло Ди Каньо наказал его за это. Было ли вне игры или нет, решать теперь только арбитру. Бартес фактически пропустил гол только из-за своей самонадеянности. Длинные передачи — еще один бич вратарей. Стоит не рассчитать траекторию полета мяча, и можно запросто пролететь мимо кассы. Очень смешной гол. В таких случаях лучше от греха подальше вообще не выходить из ворот. Но даже оставаясь на месте, вратари все равно умудряются пропускать удивительные голы. Вот что мешало этому парню с громкой фамилией Маршалл справиться с таким ударом? Ничего. Но все-таки он пропустил. На повторе видно, что вроде бы он все делал правильно, но мяч все равно его перехитрил. А вот посмотрите, какие возможны казусы в футболе. Нет, пока все нормально. Борьба в штрафной, форвард падает, играет рукой, и назначается штрафной удар. Вратарь собирается выбить мяч в поле, но делает это настолько бездарно, что через 4 секунды получает свой мяч обратно в ворота. Похоже, он и сам не верит, что оказался способен на такое. Но форвард воспользовался подарком вполне профессионально. Еще один удар издали и вновь во вратаря. Не стоило ему так широко расставлять ноги. С
Справедливости ради стоит отметить, что удар был не такой уж простой. Но раз вратарь выбрал неправильную позицию, то обязан был взять этот мяч. Тем более, что тот сам летел прямо ему в руки. Играть против Манчестер Юнайтед всегда непросто. У многих команд трясутся коленки с самых первых минут. Вот как пропустил Арсенал уже после первой же атаки. Сначала ошибся защитник, а потом и вратарь Алмуния не справился с несложным ударом. Атакующей стороне не пришлось предпринимать сверхусилий. Простого паса и несильного удара оказалось достаточно. Розыгрыши угловых всегда таят в себе некоторую опасность, но здесь вроде бы защитникам удалось справиться с ситуацией, однако корявая попытка вернуть мяч в штрафную обернулась голом. То ли солнце застило глаза вратарю, то ли он думал о чем-то другом. Вряд ли можно представить себе более простую ситуацию, чем это. В этом эпизоде есть все. Знаменитый вратарь сборной Англии Питер Шилтон забивает мяч далеко до чужой штрафной. Далее следует неудобный пас защитника. Мяч можно было бы не трогать, но вратарь решил по-другому. И тем самым забил мяч в свои же ворота. Исправить ошибку он не успел, было слишком поздно. Манчестер Юнайтед не только забивал, но и пропускал прикольные голы. Великолепный вратарь Петр Шмейхель ошибался редко, но и ему знакомо чувство позора. В этом случае он выложил мяч сопернику как на блюдечке. Что поделаешь, надо быть внимательнее. Еще один враг вратарей – плохое поле. Кочка может подстеречь самый неудобный момент. Что и произошло в этом случае. Забавно, конечно, получилось, но язык не поворачивается винить в чем-либо вратаря. Классическое пособие, как нельзя отдавать пас назад. Ни в коем случае не в створ ворот. Всегда нужно помнить, что вратарь тоже живой человек. Без сомнений, в этом голе одинаково виноваты и голкипер, и защитник, отдавший пас. А вот еще один похожий случай, один в один. И такое случается часто. Не каждый защитник способен выдержать давление нападающего. Но вратарь, конечно, виноват больше. И еще раз о грустном. Уму непостижимо, как можно было не остановить такой пас назад. Но опять-таки доля вины лежит и на защитнике. Это футбол, в нем и не такое увидишь. А тут голкиперу удался весьма сложный технический прием. Стоя спиной к воротам, он сам нанес по ним точнейший удар.